Доброе утро! Давно не виделись. Праздники наконец-то прошли, и мы можем вновь насладиться видео и новостями из югорского интернета. Для начала по традиции новости. На прошедшей неделе, да и на предыдущих двух, самой популярной новостью в социальных сетях Югры были дикие животные. Медведи, лоси, лисы, белки так и норовили попасть в объективы югорчан. Это, конечно, хорошо, что вы хотели их запечатлеть. Но в следующий раз, когда вы их встретите, проявляйте минимум умиления и максимум осторожности, потому что это опасно для вашей жизни, особенно если перед вами толпа белок, вооруженных орехами. А так, спасибо за видео. Кстати, перейдем к нему. Подборка для вас. Как в программе «В мире животных». Медведь после долгой спячки пытается догнать лося, но в дело неожиданно вмешиваются люди. Мишка! Лед еще не сошел, а люди-то уже купаются. Пускай случайно, но купаются. Железо, говорите, крепкое. Ну вот, поглядите, что стихия делает с железом. Намыло, размыло, промыло. Будьте аккуратнее на дороге. Часть трассы обвалилась. Представьте, а что если он всегда так дорогу переходит? Продолжайте снимать забавные моменты из жизни нашего округа. Мы все посмотрим. А пока что не болейте, получайте пальцы вверх и хороших вам выходных.